Спасибо. Спасибо. И последняя поза. Сейчас немножко отдохните. Трапеция, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, обратно. Ома концерты, палом. Вызываем номер 5. Номер 44. Я 64. Двойной бицепс, пожалуйста. Спасибо. Грудь бицепс. Спасибо. Трицепс любой руки. Спасибо. Двойной бицепс со спины. Спасибо. Грудь бицепс. Спасибо. Трицепс. Спасибо. Двойной бицепс со спины. Спасибо. Кругом. Пресс ноги. Спасибо. И последнюю позу, трапецию. Спасибо. На свои места, пожалуйста. И вызываем номер 7 и 44. Двойной бицепс. Спасибо. Грудь бицепс. Спасибо. Так, двойной бицепс со спины. Спасибо. Кругом. Спасибо.
И последняя поза сегодняшнего вечера. Соревновательная поза. Кашпей, пожалуйста, выполняем. Спасибо. Сейчас, пока судьи подсчитывают очки, я даю всем 10 спортсменам, кто желает, вольный раунд, если вы еще в состоянии позировать. Пожалуйста. Начинаем награждение чемпионата Эстонии в абсолютной очередности. Спасибо.
I 500 korun zajawował Ladislav Zavartin. Я попрошу всех спортсменов подойти к столу за наградой. 9 место и 1000 крон завоевал Рейн Майт. И 1500 крон завоевал Сергей Проценко. Седьмое место и 2000 крон занял Евгений Сельникин. И 2500 крон завоевал Роман Коршин. Пятое место и 3000 крон завоевал Марек Кальмус. Четвертое место и 3500 крон завоевал Павел Басенко. Третье место и 5000 крон завоевал Дмитрий Черепанов из Таллина. Второе место и 7000 крон завоевал Владислав Петровнадов из Таллина. Абсолютным чемпионом Эстонии 1994 года стал и выиграл 20 тысяч.